Эфир телеканала «Кубань-24» продолжает программа «Факты афиша». С вами Екатерина Славянская. Где и как провести время с пользой и удовольствием, расскажу в ближайшие 5 минут. Удивлять она умеет. Одна из самых нестеснительных исполнительниц приедет в Сочи. Лолита подарит поклонникам свои лучшие композиции. Смелая, неординарная, с потрясающим чувством юмора и особенным голосом. Такой ее знают миллионы и любят за честность и открытость. Лолита выросла в музыкальной семье и с детства полюбила сцену. И эта любовь переросла в преданность профессии. На протяжении почти 40 лет артистка дарит свой талант людям. Ты не мой капитан, а я не ваш океан, так оставим ненужные проводы. К природе надо прикасаться только сердцем, так считал кубанский художник Виктор Ершов и воплощал этот принцип в своих работах. Выставка, посвященная 80-летию со дня его рождения, проходит в Новороссийском историческом музее-заповеднике. Любимая техника автора – акварель. Она считается одной из самых сложных и не прощает ошибок. Каждый мазок должен быть предельно точным, но зато результат превосходит все ожидания. Творения будто бы наполнены сиянием и дыханием жизни. Загадочная улыбка и ни на кого не похожий вокал, мудрость слов и глубина голоса. Все это о ней, волнующие сердца и пробуждающие мысли. В многофункциональном концертном комплексе «Роза Холл» выступит певица Ёлка. Творчество этой хрупкой и талантливой девушки завораживает. Неординарность мышления удивляет, а песни и яркие клипы пользуются невероятной популярностью. Композиции Ёлки постоянно занимают верхние строчки рейтингов и чартов в России и ближнего зарубежья. Количество наград и премий просто не поддается счету. В начале карьеры артистку называли русской Пинк за своеобразную манеру одеваться. Но спустя время она предстала перед поклонниками в совершенно новом имидже. Элегантная и обворожительная. Такие перемены она объяснила взрослением и переоценкой ценностей. Концерт «Елки» в сочинском многофункциональном комплексе «Роза Холл» – это масштабное действо и откровенный разговор одновременно. Поклонники артистки смогут насладиться известными и любимыми хитами, а также новыми композициями исполнительницы. Не пропустите фееричное выступление «Елки» на берегу Черного моря и сделайте себе и своим близким незабываемый подарок к окончанию летнего музыкального сезона. Я крию счастье внутри, смотри, оно с тобою связано. Мне все про все рассказано. Королева городского романса и русского шансона. Ее неповторимый голос узнаваем с первой же секунды. В Краснодаре выступит Любовь Успенская. Поклонники услышат композиции, в которых отразилась сама жизнь. Это случайные встречи и горькие расставания, сильные чувства и жгучие воспоминания. Песни Успенской так понятны и просты, что не оставляют равнодушными никого. Белым бела зимняя вишня, помнит лето. Познать экзотический мир Азии, узнать самобытные традиции загадочного народа. В Сочи проходит выставка декоративно-прикладного искусства «Необычайная Индонезия». Посетители смогут познакомиться с традиционными ремеслами, религиозными верованиями и своеобразной музыкальной культурой, а также увидеть современные реалии жизни граждан Явы, Бали, Суматры, Калимантана и Папуа. Хотите узнать больше о самом крупном островном государстве в мире? Тогда вам в Сочи. На что готовы пойти графоманы ради славы? Ответ поможет найти сеть кинотеатров «Монитор». В широкий прокат выйдет фильм «Графомафия». В ролях целая плеяда актеров: Даниил Спиваковский, Гоша Куценко, Дарья Мороз и звезда комедийного скетч-шоу Эдуард Радзюкевич. Их герои пойдут на поводу успешного издателя Надежды Павловны и попытаются совершить преступление. Но описывать убийство куда проще, чем совершить его. Что возьмет верх? Жажда стать известным или страх? Ответ совсем скоро в кино. Что по счету? Ваши ноги. Это для меня теперь самое важное в моей жизни. Настоящие ноги, это невероятно. Такими культурными событиями будет наполнена жизнь края. Учитесь видеть прекрасное в обыденном, и мир вокруг изменится к лучшему. С вами была Екатерина Славянская. Увидимся на телеканале «Кубань-24».